Уважаемые посетители сайта archobrus.com, мы расскажем вам о матрешке, сказка о курочке Рябе и золотом яйце. Матрешка авторская, сюжетная, все рисунки разные. На каждой представлен сказочный персонаж. Это и бабушка, дедушка, мышка, которая хвостиком вильнула, и золотое яичко. Матрешка выполнена вручную художником. На обороте есть подпись. Поверхность покрыта лаком. Сзади она выглядит ярко, красочно. Вообще вся роспись выполнена в традиционных русских цветах. Это насыщенный красный и черный. Кокошник и некоторые детали шали декорированы золотой паталью. Это имитация сусального золота. Она рельефная. Здесь вот прощупывается, как красивый узор. Также кокошники украшены блестками. Это прекрасная игрушка не только для взрослых, но и для ребенка, который разучит сказку, изучит разных персонажей и может сам уже рассказывать, ставить театральные постановки.